Всем привет, дорогие друзья! Так как скоро зима, я решил прогуляться в магазин «Эпицентр» и посмотреть, почем сейчас продают разные виды обогревателей и, соответственно, показать вам цены. Тем более, как все знают, сейчас еще и «Черная пятница», и, возможно, будет сравнить цены по месту в магазине «Эпицентр» в Первомайске и цены, которые указаны на официальном сайте, так как иногда бывают некоторые не состыковочки, так сказать. Ну а начнем мы наше видео с отдела, где продаются такие керамические панели, как теплокерамик, Африка и другие виды обогревателей. Жаль, конечно, что ассортимент не такой уж и большой, как мне этого бы хотелось, но можно посмотреть на текущие цены по состоянию на 27 ноября 2021 года, посмотреть на разные типы обогревателей и тому подобное. Кстати, обзоры на некоторые виды керамических панелей есть на моем канале, и эти видео набирают немало просмотров. Конечно же, от себя хочу добавить, что для меня самым лучшим выбором являются обогреватели Венеция, но, к сожалению, в магазине «Эпицентр» в Первомайске я их не нашел. Итак, вашему вниманию другие виды обогревателей и цены. Смотрим. А следующая локация – это отдел, где продают промышленные виды обогревателей, так сказать, термопушки. Довольно-таки неплохие модельки есть. На моем канале также есть обзор на термопушку от компании «Днепро». Ну а сейчас на экране актуальные цены на следующие виды товаров. Ну а сейчас перейдем к таким вот интересным решениям, как каминокомплекты. Это электрические камины с эффектом огня. Всегда было интересно испытать и потестировать данные приборы, но пока что, к сожалению, нет такой возможности. Но сейчас мы посмотрим на актуальные цены и на ассортимент, который есть в магазине «Эпицентр» в городе Первомайске. Итак, вот такие вот электрокамины можно приобрести в магазине. Есть каминокомплекты, довольно-таки интересные дизайнерские решения, цены на экране. А я прошу вас поддержать данное видео лайком, если вам понравилась данная тематика. И если вы хотите посмотреть на другие группы товаров в магазине «Эпицентр», пишите в комментариях, что-нибудь придумаем. А пока что спасибо за просмотр. Подписывайтесь по возможности на канал. Всем спасибо за просмотр. Скоро зима, утепляйтесь. Всем хорошего дня и всем хорошего настроения. Пока-пока.